Все, я снимаю. Давай, давай, говори. Ну, всем украинцам сегодня в день второй годовщины Майдана привет с исторического места. Гидропарк в Киеве. Это место должно было стать границей между цивилизацией и Диким Востоком. В 43-м году здесь было форсирование Днепра, в котором поучаствовало 1 000 000 украинцев. К сожалению, они были не вооружены, не обучены. Им не дали никакого шанса в этой борьбе. И когда бились две системы Третьего Рейха и Третьего Рима, так называемого, ну, украинцы стали, будем говорить, орудийным мясом. И, конечно, пострадали многие. Из 1 000 000 украинцев здесь осталась половина лежать на берегах Днепра. Вот в честь этого мы делаем форсирование, и чтобы таких ситуаций не было в будущем, надо тренироваться до того, как пошлют на форсирование. Поэтому в историческом месте делаем сегодня заплыв, вспоминаем героев Майдана, вспоминаем погибших до того бойцов украинской армии, и делаем сегодня серьезный заплыв, который подлежит, я считаю, популяризации среди населения Украины. Плывем в 5 градусах на слева берега с острова гидропарка до правого и обратно. И среди нас сегодня участник АТО Сергей Бабаев, который тоже не участвовал в спортивных секциях, но тем не менее понял правильность и нужность этого направления. И сегодня он тоже попробует свою часть дистанции преодолеть. Мы его вызвали из Харькова, ждали целый день. И молодец, что Серега приехал. Мы с тобой, а ты с нами. Поэтому привет Украине, привет всем украинцам. Смотрите, как это будет. Слава Украине! Героям слава! Героям слава, да. Вот. Для украинцев вот такая, то, что мы делаем, это геройство. Мы так люди как бы уже этого не знают, не слышали. Они не знают, что такое бывает. Офицерами разговаривал, все, там, все, командирами там они говорят, а что такое бывает? Я говорю, ну как бывает? Ну все слышали, чтобы быть здоровым, надо закаляться. Ну да. Я, кстати, один экземпляр был, слышишь, Дим? Давай, Стеценко, ты как бы отдашь, а... О, первый финиширую. Отлично. Красненький, как поросеночек. О, молодец. Сережа, молодец. Кайфушечка. Кайфушечка?
Вот Михалыч уже плывет с той стороны. Наверное, уже под к фарватеру подплывает. Да, я сейчас четко не вижу, но уже где-то близко фарватер. Серега бегает, согревается. Отлично. Горит как огонь. Так, Михалыч входит в финишный створ Буйков. Ему осталось буквально метров 80, и он на финише. Победа. Итак, на финише Михалыч. Его встречает, ну не скажу, что толпа, да, довольные зрители и участники, довольные участники. Еще осталось 5 метров. Вот оно. Вот это водичка, да. Водичка отлично. А, ты как поросенок. Розовый. 22 ноября. 2015 года. Мы победили. Сделали это. Да. Температура воды плюс 5 градусов. Если Гесметио нам не врет. Да, слава Украине! Героям слава!